«Синий платочек» показали в Новощапово. Это не последняя постановка спектакля о любви во время войны. Что это у вас там? Фотографии с посылки. Хороша. О, написано самому храброму. Где? Любовь в реалиях Великой Отечественной. Спектакль об этом немногочисленные зрители, сказался праздник Пасхи, смогли увидеть в субботу в Новощаповском «Спутнике». «Синий платочек», написанный Валентином Катаевым в 42-м, не потерял актуальность и сегодня. Он прочитал однажды в «Красной звезде» письмо, которое туда написал солдат. И в этом письме он написал случай, который с ним произошел в реальной жизни. И он был так удивлен, потрясен тем, что прочитал. О том, как девушка одна послала на фронт посылку, не успела написать письмо и вложила в нее фотографию. И вот боец, который получил ее посылку, влюбился в нее по этой фотографии, очень мечтал ее найти, не знал, как ее найти, потому что не знал ни имени, ни адреса, ничего. И они встречаются совершенно случайно в госпитале, куда он попадает после ранения, а она там работает медсестрой. История достаточно простая. То есть у нее нет никакого пафоса, никакого какого-то особенного героизма. Она просто о людях, которые жили во время войны и жили, в общем-то, так, как живут люди всегда, с верой, с надеждой, с любовью. Все роли в постановке исполнили молодые актеры из Дмитрова. Это был их 9-й выход на сцену с «Синим платочком», 3 из которых прошли в Клинском районе. В будущем актеры и режиссер Юлия Власова рассчитывают показать этот спектакль клинским школьникам и ветеранам. Екатерина Еремина, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.